Всем привет! С вами Юлия Спельняк, и в нашем курсе «Видеословарь» мы изучаем полезные выражения, чтобы сделать вашу речь богаче. Сегодня это слово «лейб» – «красивый». Основное значение этого прилагательного – «красивый», то есть тот, на которого приятно смотреть, привлекательный, гармоничный. «Лейб кауслика» – «красивый, как картинка». Но не только красивый, это также может означать хороший или прекрасный. Например, «Лейб дан вам желим», «желаю вам хорошего дня». Как вы понимаете, здесь не подходит сказать «добр дан», потому что «добр дан» – это «здравствуйте». Ну и в данном контексте оно не подходит. Поэтому используется слово «лейб» – «хороший», «прекрасный». Башлейпо – прекрасно, очень хорошо, замечательно. Лейппосо – хорошая работа, так тоже можно сказать. Еще лейп означает вкусный или приятный. Лейпукус – хороший вкус. Лейпомирише – вкусно пахнет. Лейп – это еще и любезный, вежливый, приличный. Лейпа речь гвоздена врата отвара. Любезное слово открывает даже железные двери. Лейп – это солнечный, ясный, безоблачный. Лейпо время – хорошая погода. И еще есть такое выражение – далекому лейпа куча. Дословно переводится «далеко его хороший дом». Ну, такого эквивалента в русском языке я не подобрала. Может быть, вы знаете, как это лучше перевести на русский. Это такое выражение досады, нежелание иметь дело с человеком. Когда мы ему как бы желаем всего хорошего, но на самом деле хотим, чтобы он был как можно дальше от нас. Ну, сравните, в русском мы говорим «всего тебе доброго», имея в виду, что больше я тебя видеть не хочу, будь неладен, пропади пропадом. Если этот урок был вам полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и соцсети, и до встречи в следующем уроке.